что я очень люблю рисовать. И карандашей у меня очень много. Но у меня появилась идея, и я этой идеей с вами поделюсь. Я буду делать сегодня пенал для моих карандашей. Он будет немножко большой, чем другие пеналы. Ну что ж, поехали! Я в шоке. Была хорошая идея. Ну что ж, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! No, I'll never forget that day. No, no, never forget that day.